Не всерьез. Хожу, хожу в поисках себя, как будто мне 17 или 33. Не могу найти никого, тщетно. Кто я? Где я? Тишина в ответ, молчание. Да и кто ответит мне, если я спряталась от самой себя? Кто я? Где я? Где я? Кого вопрошаю? Пустоту? Оболочку? И если никого нет, то кто ответит мне? Быть может, все вышли. Кто я? Я только тот, кто вопрошает? Я только тот, кто ищет? Мои многолетние поиски истерзали и истощили меня. Остается Буддой присесть или прилечь под дерево Бодхи или его замену и ждать, когда придут ответы. Пусть даже мясо сгниет на моих костях. Но если Будда был уверен в том, что он получит ответ, то я, если и лягу под ясенем, или сяду на скамейку под тополем, то вряд ли обрету уверенность в том, что получу ответ, потому что вся моя жизнь – это как бы жизнь, и духовные поиски тоже как бы, как будто не всерьез, и я не всерьез, и жизнь не всерьез, и ты ко мне не всерьез, и я к себе не всерьез. Только вот смерть моя случится наверняка всерьез. Не всерьез.